Привет! Мы опять в Америке! Мы хотели вам показать вот такой дом. Мы поселились в доме. Он нас самих очень удивил. Первая комната недалеко, сразу же на входе. И наша эта штука. Это ваза, туда ставят какие-то цветы. Классная комната, да. Очень. Смотрите, какая красивая подушечка. А мне кровать нравится, такая вся в бриллианты. Мне тоже. Шкаф. А нет, это гардеробная. Гардеробная еще есть? Да. Тумбочки такие смотрите. Интересные. Телевизор у каждой я комнаты. Я раньше не видела его. Видела? Видите, да. Вот телевизор. Что ты там нашел? Да, о, смотрите, какое красивое мыло. Украшено блесточками. Это не блестки, а такие камушки золотые. О, смотрите, даже мусорка красивая. Блестящая. Здесь есть душ, туалет и раковина. Вау. И тут все равно красивая вазочка. Класс. Это мыльница. У тебя куча полотенец. Да, тут ничего нету, кроме блестящего. Это вот такой цветочек, он сделан из камушек. Это не цветок, это вазочка, в которой декор. Что еще интересного есть в этом доме? Это вообще что за комната? Смотрите, я нашла стульчик для Ромы и для Дианы. Нет, а вы знаете, что тут? А что там? Кинотеатр. Кинотеатр? Да. Вот это смотрите. Да! О, кто нас встречает? Здравствуйте! Рома, вот это да! Я сейчас нажму поднимать. Ух ты! А вот это кровать! Кровать в кинотеатре? Да! Кинотеатр сделан в стиле «Звездные войны». Кто любит лежать и смотреть кинотеатр? Так можно лежать, вы вот здесь, смотрите, как Рома сделал себе. А вот это кресло, это массажное, на нем садится и делает себе массаж, пока идет кино. Класс. Ты настоящий робот, он даже ездит. Я знаю такого. Будет нам приносить попкорн. Самое интересное, что эта комната, она звукоизолированная. То есть, если мы тут будем громко смотреть кино, нас никто на улице не услышит. Только мы можем в любое время смотреть, хоть в 4 утра. Да, можем когда угодно смотреть. Еще одна тут есть это. Кинотеатр – это самая крутая штучка. Это ж чья комната? Кто тут будет спать? Ванная. Это постирочная? Да, а тут целых 3. Ого, это пылесосы. Пылесосов целых 3. А вот тут красивая кухня. Ромах сразу в холодильник пошел. Холодильник. Белая красивая кухня. Одинаковые синие кастрюли. Ух ты. Кастрюли под цвет дизайна, да? Здесь же какие красивые камушки. Где ты их нашла? Они тут в вазе. Их очень много. О, как приятно. Смотрите, какая колонка огромная. Вы все хорошо услышали кино, да? Вот это диванчик для большой семьи. Для. Я посчитаю, сколько. Нет, если ты на стене у тебя, то можно на этом диване сидеть и смотреть. 12 человек может поместиться. А вот эта штука, смотрите, какая, да? Да. Красота. А где здесь сидеть кушать? О, ой, же стол! Ого! Целых два стола! Два стола? Посадим вас здесь, а мы с папой будем кушать здесь. А если день рождения будет, то тут будут взрослые, а тут дети. Точно. Тут будет металлическую игрушку. Большая, средняя и маленькая. Еще меня куда-то ведете? Мы даже не видели, что это светится. Вау, какая комната. Слишком высокая. Королевская кровать. С нее, если упадешь, сильно ударишься. А вы видели, что вот это тоже светится? О, да. Свечечки светящиеся. Смотрите, какой комод. Он зеркальный. Вы видите? Да. На меня видят. И меня. Там две гардеробные. Тумбочки тоже зеркальные. О, а тут опять. А это что, ванная? Да, смотрите, я нашел и мыло зеркальное, и что-то зеркальное. Красота.
Ванная, я не видела ванную, что здесь есть. Так красиво. Что там? Туалет! Туалет? Да. Ну, хорошо. Это закрываться, чтобы тебя не видеть. И здесь еще душ. Сейчас зайду помойся. Да, давай помойся. А здесь куда выход? В бассейн. Запасной выход к бассейну, да? С комнаты можно прям в бассейн. Бассейн прохладненький, но нормальный такой. Бассейн такой теплый, что когда в нем купаешься, то невозможно остыть. Такое ограждение, чтобы дети не ходили сами без родителей, да? Столик красивенький. Диванчик для отдыха. Вытирай ножки, мама. Обязательно. Смотрите, как Диана вытирает ножки. Молодец. Есть что-то еще на первом этаже? Ступеньки приятные. Детям в Америке ступеньки нравятся. О, что там? Там игры! Игры? Та-дам! Боже, какая комната прикольная. Что вот это такое? Это игра в футбол. Да. Настольный футбол, да? А тут черный. Рома будет с папой играть. Смотрите, здесь коврик Микки Маус. Картины. Это комната в стиле Микки Маус. А, это они здесь живут? Ой. Ого, а это скрабл игра на стене. Да, это надо скрабливать слова. Так, а это что еще за стол? Это настольный хоккей. А хотите, я вам покажу комнату Микки Маус? Хотим. Пойдемте. Она в этой дверьке. А ну-ка, давай. Смотрите, здесь даже тумбочки в стиле Микки Маус, да? Вот, Микки Маус. Смотрите, подушки, как будто они... целуют. А это Минни, видишь, у нее ресничка есть, Ром. А сюда, куда переходим? Ого, здесь душ, туалет. А что тут делает мыло? Ну, лежит вообще-то. В каждой комнате есть вот такая гардеробная, куда можно вешать вещи. А что, есть еще комнаты? Да. Но есть моя комната. Идем в мою комнату. Так, идем в Ромину комнату. Ну, у Ромы грязная комната. Похоже, не было. Это комната мореплавателя. Да, можно играть. Что типа ты сидишь, и надо плыть, плыть. Я свою якорь бросил, и типа ты остановился. Смотрите, какой коврик. Синий, как будто это море. Да. Здесь все в морском стиле, да, Ром? Да. А у Дианы есть комната? Да. Идем. Пойдемте. Она в чипарке. Вот такая. Красота. А это светильничек. Это комната для настоящей принцессы? Там платья все. Платье принцесс. А тут левое. В шкафу все. Они нам подарили. Ну, они здесь висят, а кто здесь снимает дом, то можете их мерить, одевать. Там какие-то игрушки. О, у нас теперь принцесса Диана и принцесса Романа. Это светильничек. Мочек включается. Смотрите, здесь есть зеркало, вы видели? Диана будет по утрам просыпаться и смотреть на себя в зеркало. Вот такая ванная моя. Короны блестящие. Ого. А тут написано Happy Birthday. Принцесс написано. Принцесс. Настоящая ванна принцессы. Такой красиво. Еще. Есть еще комнаты? Да. Да. А это наша комната. Красивая комната, да? А котики вам покажу. Прикол. Проходим! Это умывальник это. Ванная, да? А проходим, тут есть умывальник. Опять умывальник. Еще одна комната. Так, и сколько же тут комнат? Есть еще? Да. Ты уверена? Три еще. Как три? Ой, да, есть. Самая высокая
Ого, какая кровать! Самая высокая. Тут может только тот спать, кто может... с одного места не сдвинет. Кто сможет туда вылезти. Да, это кровать не для деток, а для взрослых. А вот я с ней спрыгиваю. Дай я в другую комнату. В каждой комнате есть телевизор. Ром, ты меня догадаешь? Да, я сейчас как раз я догадаю. Вот так и живем. Мама, не прогибай! Не надо пойти, не надо не выходить. Все. И вот такой у нас дом. Ну, это все. Друзья, а вам понравилось нам видео? Подпишитесь, поставьте лайки. Всем пока! Ой, на улице так тепло. У меня есть ласки. Да. А это знаете что? Я знаю, это варилка для там бутерброда. Нет, это валит шезлонги. Кого? Шезлонги. А что это такое? Ну... Шашлык, что ли? Да, шашлык. А? Ой, а что тут такое? Это барбекюшница. Да, это надо сказывать слова. Я качу, например, я качу к маме. Нет, либо...